Почему да. нарушаете режим самоизоляции? Мы с собакой гуляем. А ребенок зачем вам? Ребенок вышел тоже подышать свежим воздухом. В период самоизоляции встреча с полицией пока заканчивается устным предупреждением и объяснением в том, что стало причиной выхода из дома. Спасибо. Лишний раз без надобности из квартиры не выходить. В фокусе внимания стражи порядка те, кто пренебрег домашним режимом, тем более без защитной маски. Именно такие вольности, согласно статистике, и становятся причиной распространения новой коронавирусной инфекции. В стране коронавирус, соблюдайте самоизоляцию, если лишней надобности из дома не выходите. Пока что полиция ограничивается только профилактической беседой и раздачей памяток. Дальнейшие меры зависят от развития эпидемической обстановки и отношений к ней самих горожан. В стране, в частности в городе Десногорске, введен режим самоизоляции. Без лишних надобностей не выходите из квартиры, только по определенным нуждам. Не нужно покидать помещение без какой-либо причины. Также, если у вас образовались какие-то симптомы, то за медицинской помощью необходимо обратиться к врачу. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.